Всем привет! Седьмое у нас уже число сегодня. Сентябрь. Ну что, вывела я уже свою молодежь с уточкой ко всем. Так смешно. Уточки все знакомятся с гусями. Гуси стали, уже, наверное, где-то полчаса они от них не отходят. Знакомятся. Все и уточки маленькие, и большие. И гуси все пришли. Одни куры не интересуются. Им все равно, кто это. А гуси с утками все там. Гляньте, все стоят в очереди. Уточка так, ничего вроде. Я ее пока, конечно, переносила. Она тут стрессанула немножко. Но зато тут хорошо, тут солнышко. Потому что там в сарае все-таки темновато. И еще пока есть солнце, пускай растут на солнце. Потому что на солнце рост лучше. Пускай знакомятся со своими друзьями, потому что они же должны с маленького их знать. Иначе будут драться. Вот так вот, гляньте, так интересно. Все стали вокруг, все стоят, разговаривают. Куры все там, куры все вон спят. Им все равно. Сложились все там в кучечку, спят. Селезень папаша познакомился, отошел. Зато эти кадристы, гляньте на них. Ходят вокруг да около. Я вот ближе не хочу подходить, чтобы не пугать их. Мне вот просто интересно, долго они тут будут возле них стоять. 18 утят. В общем, конечно, скоро будет холодно. Ну, за месяц, я думаю, холодно сильно не будет. А там они уже после месяца, в принципе, должны пойти в рост. Буду их отпускать на улицу, пускай гуляют. Не, ну эти гуси, это вообще, вот они интересные, эти гуси. Интересно им все, кто такие, что пришли. Ну, у тебя там уже третий день. Ну, так, когда они уже такие стали, уже окрепли. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Они начали ж... там не все сразу лупиться, а по очереди. В общем, 2 дня они лупились. В общем, мама ходит. Со всеми там общается. В общем, все у нас хорошо. Все у нас прекрасно пока что. Уточка с ними. В общем, и гуси рядом. Водичку им поставила на уличку. Пускай греется на солнце, чтобы не было холодное. Ну, а комбикорм там дальше поставила. Соломки им там настелила. Гусики, дайте я покажу. Можно? Можно я покажу? Вот, там соломки настелила. В общем, все. Так что будут они тут под охраной. Гуси возле них. Они забыли, что траву надо щипать. Я им траву накидала целую кучу. Зачем? Если у нас есть теперь утята, да? Я думаю, они будут хорошие мамки. Это все, получается, у меня уточки. Ой, уточки. Гусочки, девочки. А мальчик вот он. Вот он, попон. Он белый-белый. А девочки немножечко... Кончики у них сероватые. Но это так по породе должно быть. Ну вот представьте, этим гусям... Это они 1 июля у меня вывелись. Июль, август. 2 месяца и 7 дней. Вот такие здоровые они уже. Конечно, да, гусю выгодно. Ну и утята хорошо, у них другой вкус. У гусей свой вкус. Пускай пока так. В общем, все-таки не знаю, что оставлять кого на зиму. Сильно много тоже не хочется. Ну, гусей жалко мне убирать. Они такие дорогие. А растут классно. Поэтому они и дорогие. Вот видите, у нее там тоже серенькая. Это вот гусочка. Вот это гусочка. Хвостик серенький. А гусак делает га-га. А гусечки га-га-га-га-га. Вот слышите, как они пищат? А этот... О, га-гакни. О, молодец. Так что вот такие у нас дела. Вон Федор наш, мухолов. Все мух ловит. Он вообще и мух ловит, и пакеты ловит. Он все ловит. Я не знаю, что это за утка такая. Мухолов, пакетолов. Все пакетики засасывает, как этот, макароны. Вот нравится им. Видите, они все на солнышке. Никто внутрь не заходит. Греется.
Так что такие у нас делишки. Такой у нас утиный, утино-гусино-куриный дворик. Размножаемся. Поздновато, конечно, но ничего страшного. Это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. До декабря 4 месяца для мускусной утки. Это нормально. Мясо будет, нарастет. Это самые мои первые, которые два были, апрельские. Вот он уже какой большой. Правда, у него перья стоят непонятно как. Ну, утка та, которую я убрала, она их ущипала им колодки, поэтому они как-то так перья неправильно начали расти. Ну, ничего. Это, эти утки идут на мясо. Это два селезня у меня там, они на мясо идут. Вы давайте не обижайте мне этих. Вы же так их не клюете сильно. Аккуратненько гуляйте. Видишь, они их там что-то поклевывают, пощипывают. А у гуся даже клюв там застрял. Пришла, у него клюв там в этой ячейке торчит. И не знаю, как его вытащить. Гля, воспитательница. Что-то там его тюкнуло, того тюкнуло. Ты смотри на нее. Да, мои маленькие. Ну все, показала. Вот такие у нас делишки.